Возвращаемся к переменам в медицине. Сегодня обо всем подробно говорили на специальном совещании. Есть план оптимизации. Один из пунктов – платные медицинские услуги. С нового года цены на них вырастут. Минздрав разрабатывает проект. Изучали прайс Тирамеда и Медина. Перечень платных медицинских услуг пересмотрели. Что не пользуется спросом, убрали из списка. Это более 500 пунктов. На остальное с 1 января повысят тарифы. Сейчас цены совсем условные, говорит президент. Прием офтальмолога – 3 рубля. Ну как это? Ну либо вообще убрать из платных услуг, либо хотя бы приблизиться к какой-то, так сказать, цене. Массаж – 5 рублей. Ну, смешно. Была поставлена задача утвердить именно цены на платные услуги в следующем коридоре показателей. 70%, грубо говоря, от Медина и от Тирамеда. И кому положено, будет оказаны однозначно бесплатные услуги, как это было и ранее. А если гражданин выбирает платные услуги, он платит, естественно. Мы закладывали ежегодно, что сумма дохода будет составлять около 60 миллионов, а по факту исполняли 30-33 миллиона. Поэтому сейчас, когда перечень пересмотрен, мы действительно запланировали доход на следующий год с учетом фактически оказанных медицинских услуг. Так, в бюджет вместо 30 поступит около 60 миллионов рублей. 40% от этой суммы пойдет на зарплаты медикам, остальное на оборудование для больниц и поликлиник. Пусть люди получают за реальный свой труд, и они будут в этом заинтересованы. Вот самое главное – заинтересовать врача, чтобы он оказывал услугу, получал за это систему здравоохранения. Новые цены сейчас разрабатывают, потом их рассмотрят и утвердят в правительстве. И с 1 января 2023 платные услуги в поликлиниках и больницах будут выше. Еще раз о главном – это касается только платных услуг. Если, например, прием по направлению врача – это как и раньше, бесплатно.